Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Настя Плей, и с вами, как обычно, Настенка Ей. Сегодня я придумала для вас новый челлендж. Ну, как придумала? Я стала замечать, что на стене официальной группы игры появляются подобные фото. А также, когда уже придумала челленджу название, нашла одно похожее видео. Думаю, вы уже поняли, что называется этот челлендж «Из девочки в мальчика» или же «Из мальчика в девочку». Это зависит от того, какого пола ваш персонаж изначально. В общем-то, если вы играете за девочку и хотите выполнить этот челлендж, то вам придется создавать парня, используя женскую одежду и черты лица. Ну а парням наоборот, и я думаю, что это будет сложнее. Поэтому если под этим видео наберется 2000 лайков, я выполню этот же челлендж на аккаунте Димасика, а может быть даже заставлю Вову. Я считаю, что будет интереснее, если создавать персонажа противоположного пола из своей настоящей внешности. Поэтому я создала второго персонажа, полностью похожего на своего, и на нем я буду выполнять этот челлендж. Как обычно, перед началом видео я прошу вас подписаться на вот эти три канала. Ссылочки, как обычно, в описании. Ну и вам приятного просмотра. Вот такой парень из меня получился. Ну а теперь я пройдусь по локациям, чтобы узнать, похожа ли я вообще на парня. Спасибо вам за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите, чтобы я выполнила этот челлендж на аккаунте Димасика. И, конечно же, всем удачи!